Всем привет! В этом видео я расскажу вам о карточной системе ведения домашнего хозяйства. Она не всем понравится, но если без волшебного пенделя вы забываете или откладываете свои дела, какие-то домашние, то как раз-таки эта карточная система вам и поможет. Вам потребуется коробочка, любая, которая вам только понравится. Может быть, вот такая вот. Или побольше. И плотные карточки. Такие часто продаются в канцелярских магазинах. Если вы их не найдете, можно сделать их самостоятельно. Из картона белого или цветного. Вот эти сделаны из белого картона. Свои первые карточки я сделала из чайных коробок. В чайных коробках часто бывают такие вкладыши белые. Вот, и такие у меня были первые карточки. Сначала я составляла на каждую неделю, на каждый день отдельно. Вот, допустим, суббота. Помыть полы со специальными средствами, разобрать хотспоты. Это места, где скапливается всякая ерунда, всякий хлам. В основном в коридоре у меня скапливалось. Это все перед дверью, на тумбочке. Выбросить чехи и губку для мытья посуды. И на все 15 минут, на всю уборку. Воскресенье. Помыть зеркала. Поменять постельное белье и полотенце. Постирать. Строго обязательно. Если же вам удобнее по цифрам, то, допустим, первая карточка. Заводите ее 1 числа каждого месяца. И на обратной стороне пишем, что надо сделать 1 числа. Спальня. Помыть окно, батарею. Протереть пыль на поверхностях. Вымыть пол. 15 минут. Составить еженедельный план. Врачи. То есть, к каким врачам и кому надо сходить. Ну и так далее. Сделайте 28 или 30 карточек, такая стопочка, и записывайте все дела, которые делаете по дому, на один отдельный лист или в блокнот, как это делаю я. Вот у меня есть блокнот, где я записываю все свои дела на каждый день, еженедельно, ежемесячно. И по одному заданию на каждой карточке. Помыть посуду. На оранжевых можно писать, допустим, ежедневные дела. На желтых еженедельные. И на красных какие-нибудь дела, которые будете делать раз в месяц. Ну, в общем, сами выбирайте, какие цвета вам нравятся. Можно написать мелкие работы по дому, которые можно доверить своим детям. И они также будут участвовать в этой игре. Может быть, даже за какие-то подарки. Это уж как сами решите, как вы их воспитываете. Так, это я сказала. Сделайте карточки и заполняйте их по выявлению новых дел. Появляются у вас какие-то новые дела? Взяли и записали новую карточку. Берете пустую и записываете. Создайте карточки, значит, и заполняйте их, как только появляется новое дело. Раскидайте эти карточки по заданиям, которые должны делаться ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сделали задание, положили карточку в конец системы или в другую коробку. Допустим, если вы берете их из одной коробки, в
Или же вот, допустим, они тут лежали у вас, да? Сделали вы одно дело сегодня. Убрали их в другую коробку. Вот. А я эти карточки новые уже делала по подобию вот такой рекламы. Нам приносят. Нарисовала, значит, обвела и вырезала такие карточки. Как карты.